Здравствуйте, меня зовут Светлана Денисова, я художница из Латвии, участница проекта Golden Time. Хочу рассказать немножко о себе. Я закончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна по образованию дизайнер одежды. Писать картины я хотела всегда, но никогда не могла найти свой стиль, потому что писать просто пейзаж или натюрморт мне было не так интересно, как именно хотелось отразить на картинах свои чувства, эмоции. И в моей жизни стали происходить определенные изменения. Я стала встречаться с людьми, которые оказали влияние на мою жизнь. После определенных событий в моей жизни я начала писать картины. Кто-то говорит, что они исторические, кто-то считает, что они сюрреалистические, но я могу сказать, что в них я вижу себя, они обо мне, о моей жизни, о моем внутреннем мире, о любви. О любви к жизни, о любви к творчеству, о силе воли, о том, что никогда не нужно сдаваться, а нужно идти всегда вперед, и обязательно все получится. И если на небе дождь, то после него всегда будет радуга. И если твое сердце разбито, то обязательно оно сложится, как пазл, по маленьким кусочкам. Никогда не нужно останавливаться на достигнутом. И все будет. Самым наилучшим образом я в это верю. Верю в себя, верю в свои силы и верю, что все получится так, как я это хочу.